Приветствую вас. Ну, во-первых, хотелось бы начать с того, что факт фотографии, который вы предоставили нам, говорит о том, что вполне возможно вы свой вопрос адресовали не тем людям. У меня, например, есть столько ощущений, что вы хотели написать эзотерикам, чтобы они подсказали вам, как правильно себя вести, что делать лучше и так далее. Но мы психологи, мы не даем таких рекомендаций. Мы не даем таких советов. Мы не можем взять на вас ответственность, как правильно сказала моя коллега. Мы не можем взять на себя ответственность за вашу жизнь. Это было бы нарушение профессиональной этики. Поэтому я вам скажу так. Вы свою жену любите? Ну, наверное, да. Наверное, любите. Если вы свою жену любите, вы наверняка хотите, чтобы у нее, то бишь у вашей жены все было хорошо, чтобы у нее все было прекрасно, чтобы она была счастлива и так далее. Если так, если вы действительно хотите, чтобы у вашей жены все было хорошо, если вы действительно хотите, чтобы у вашей жены все было прекрасно, ну, тогда совершенно естественно, что вы сделаете так, как лучше всего ей. Если вы любите, если вы больше думаете о себе, а это ваше право, и в этом праве никто вам не откажет, никто у вас этого права не отберет, то тогда вам нужно будет подумать, как лучше вам. И в зависимости от этого поступать. Я не могу ничего сказать по обстоятельствам. По тем обстоятельствам, что вы описали, я ничего не могу сказать. Потому что нарушен смысл того, что вы говорите. То есть я читаю, я понимаю, что либо вы спешили очень, либо вы находитесь в состоянии эмоционального напряжения очень большого, либо что-то еще. Потому что, ну вот, понять смысл того, что вы написали, мне не представляется возможным. То есть я могу предположить, да. Но мне бы этого не хотелось. Не хотелось бы мне предполагать, чтобы не совершать ошибок. Ибо, знаете, очень легко можно предположить, очень легко можно интерпретировать, а потом выяснится, что я, например, был неправ. Вот. Ну и согласитесь, что этого не хотите вы, чтобы я интерпретировал что-то. Ну и этого, в принципе, не хочу я тоже. Потому что мне не кажется это правильным и верным.
То есть поступайте так, как вам, как кажется наиболее правильным в этой ситуации. Поступайте так, как вы считаете верным для себя в этой ситуации. Поступайте так, как будет лучше всего для вашей жены или для вас. То есть вот вне зависимости, значит, зависимости от того, чего вы хотите. Для себя ли или для нее ли. То есть на мне это, в принципе, вообще не важно. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас остались вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!